Всем привет, с вами Артур, и сегодня два небольших ремонта. Мерседес. Ремонт небольших повреждений. Поврежден порог, переднее крыло и край капота. Итак, начинаю ремонт. Сначала делаю порог. Порог сделал, теперь крыло. С крылом я закончил, теперь ставлю все на место.
Последнее повреждение. Здесь буду работать с поттером. Моя работа закончена, работа заняла 2 дня, отдаю машину владельцу. Теперь второй небольшой ремонт Volvo. Нужно заменить заднюю дверь и отровнять заднюю арку.
Ремонт Volvo закончил. Отдаю машину хозяину. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!